деревенские козы остались без хозяйки. Привет, позвонили, предложили их забрать. Две козы и одна маленькая козочка. Мы выехали на машине ветсанчасти и забрали их с Дмитрием Сергеевичем. Нет. Вот. Все. Закрылось. Бензобак видели, как смотрели. Крещи ради один. Ну вот так вот. А зато никому не должны ничего. Ну да, и едет. Да, и едет. Едет, слава. Ладно, спасибо. Ну они все вместе нормально, ну, не боятся. Поедут. Они понимают, что что-то, если уже не убили, то значит это... Просто переезд. Просто переезд, да. У нас, мне мужик отдал 3 лошадей вот этих вот, но одну только застрелили, и то мясо не ели, потому что ногу сломало. И через дорогу сокол 26 лет сам умер, своих не едим. И что свинья сдохла, что еще это за мясо. Даже волкам не кидаем. Если кто-то отдал там свинью, корову, тогда кидаем, своих не даем, хороним. Все, да, счастливо. Все, козы, что, готовы? Погнали. Спасибо. Счастливо. Да, и быстро подружится, я думаю. Стрелка задира. Угу. А у нас белка та же самая, получается. Управится. Да, вроде освоится хорошо, быстро, да?